Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программа «Актуальное интервью». Сегодня мы разговариваем о развитии малого бизнеса на территории Ноябрьска. Сегодня у нас в студии индивидуальный предприниматель Алексей Айвазян. Здравствуйте, Алексей Владиславович. Мы пригласили вас в студию, чтобы поговорить в целом о развитии малого бизнеса в Ноябрьске. Да? Ну вот начнем тогда по порядку. Вот ни для кого не секрет, что в этой сфере вы работаете очень давно. 20 лет уже на рынке услуг именно занимаюсь непосредственно развитием общественного питания в городе. Ну вот 20 лет за спиной. На ваш взгляд, малый бизнес на сегодня что это? Это большая ответственная ноша. Малый и средний бизнес – это именно действительно такой тяжелый труд. Это бессонные ночи. Только так можно достичь каких-то успехов. Иначе, наверное, никак. Вот что такое малый и средний бизнес. А вот он изменил со временем свой облик? Или вот как было там в 90-х, так и сегодня? Леночка, боже упаси, он очень кардинально поменялся. Потому что если вспоминать эти 90-е годы пресловутые, то, поверьте, все ушло значительно в более качественный формат. Да? Значительно, потому что раньше не было тех возможностей, которые есть сегодня. То есть мир современных технологий. То есть ты можешь сегодня через интернет какие-то ресурсы получить всю необходимую информацию для развития. А раньше, скажите, какая была возможность? То есть нужно было где-то взять книжку, где-то купить ее, там изучали. Вот так вот, кстати, мы запускали в свое время японскую кухню в городе. Тяжело было? Ну, было не просто, но было очень интересно, потому что я самый первый на самом деле, то есть, ну, это история уже, который запустил японскую кухню в городе. А повар был, в смысле, вот представитель? Сами, боже упаси, ну, не было возможности, то есть, я... Обучались? Ну, поначалу по книжкам, то есть, я ездил в Москву, находил даже не просто книжки, а вырезки из, значит, некоторых там журналов, как лепить роллы. Я вам говорю вполне серьезно, и за такие баснословные деньги я в свое время купил вот эту книжку, скажем, то есть по японской кухне, где была четкая, скажем, потом характеристика, как это, что это, история вообще японской кухни. И вот так вот мы методом тыка, проб и ошибок запускали и давали людям ее пробовать. Серьезно? А людям нравилось? Ну, в конечном итоге, я думаю, что сегодня мы до сих пор это направление, скажем, считаем актуальным, оно интересное, то есть, ну, мне кажется, что кухня очень интересная. Ну, коль уж вы говорите о том, что облик бизнеса сегодняшнего и бизнеса тех времен очень сильно изменился, да, и отличается по сути своей. Вот можно ли дать оценку, насколько сложно по сравнению с теми годами создать свой бизнес? Когда было проще? Я бы сказал, наверное, никогда не было легко и никогда не будет легко. Значит, понимаете, раньше были одни условия и правила игры, сегодня другие условия и другие правила игры. В любом случае, я могу сказать одно, что под лежачий камень вода не течет. Это будь то в бизнесе, будь то в любом каком-то другом формате своего жизненного пути. Это должно быть интересно. А я считаю, что сегодня бизнес вести интересно, понимаете? То есть это вообще жизнь своеобразная. Понимаете, не каждому дано быть именно вот предпринимателем в априори, да, заниматься бизнесом. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Поэтому, знаете, я бы, наверное, многим бы порекомендовал у тех, у которых вот, у людей, у которых есть вот это желание заниматься бизнесом, попробуйте. Не побойтесь, вот вы просто попробуйте. Я никогда лично сам не мог себе представить, что я буду заниматься общественным питанием. Но у меня уже 20-летний стаж, и мое предприятие, ресторанно-развлекательный комплекс, мечта, он сегодня, извините меня, уже знаковый в городе. То есть это социально значимый объект города, понимаете, это уже непросто. Ну вот многие сегодня говорят, начиная от Владимира Владимировича Путина, да, нашего президента, и заканчивая уже муниципальным уровнем, многие говорят о поддержке малого бизнеса. Насколько она чувствуется на сегодня самими предпринимателями? Понимаете, сегодня действительно изменились вот правила игры в лучшую сторону, потому что вчера мечтать о том, что есть сегодня, я, вы знаете, не приходилось. Сегодня то финансовое, скажем, то есть, опять же таки, какое-то финансовое стимулирование, скажем, малого и среднего бизнеса, оно действительно заметно. То есть всевозможные гранты распределяются. Понимаете, поверьте, то есть
такое финансовое вливание идет, то есть информационное, то есть, ну, раньше такого не было. Раньше мы, предприниматели, назывались «черный плащ». Да, было не ИП, скажем, а было ЧП, частные предприниматели. Раньше нас называли «черный плащ», ну, в кулуарах. То сегодня, знаете, уже этой роли именно предпринимательской, ну, уже отводится достаточно серьезное значение, статус уже появляется, уже появился федеральный праздник, значит, который, кстати, скоро будет, да, 26 мая, День российского предпринимателя. Вы представляете, какое многозначительное вообще слово «предприниматель»? Федеральный праздник появился. Поэтому сегодня, с учетом вот, рынок развивается очень интересно. То есть условия сегодня стали намного, скажем, лучше за счет вот этих грантов и все такое. А много людей, имеющих, скажем так, предпринимательскую вот эту жилку, не справляются вот с задачами, поставленными в самом начале? Много уходит с рынка? Много. На самом деле есть предприниматели, которые, к сожалению, не совсем, наверное, понимают, что такое предпринимательство. Вот, допустим, я приведу вам такого рода характерные примеры. Я вхожу в комиссию по грантораспределению, значит, при администрации города. Участвую от предпринимательского сообщества совместно с чиновниками, с департаментом экономики, с другими представителями, значит, вот этих сфер деятельности нашего города. И мы вот рассматриваем, допустим, бизнес-проекты предпринимателей, значит, и, соответственно, потом, если бизнес-проект то есть соответствует своему формату, тем заявленным требованиям изначально, тем условиям, то мы выделяем достаточно немалые деньги, то есть там и 300, и 500, и 600, и 900, и миллион, там, понимаете, за сумму. Мы достаточно очень немаленькие, поверьте. И вы знаете, вот основная проблема, которую я наблюдаю, в том, что многие начинающие предприниматели и уже даже состоявшиеся предприниматели, которые тоже имеют право претендовать на гранты, они безответственно относятся к самой первой основополагающей сути бизнеса как такового. То есть это бизнес-план. Понимаете, зачастую проблема вот там, то есть в безалаберности, в составлении бизнес-плана, когда цифры, к сожалению, вы знаете, цифры вот не соответствуют, то их как вот прям очевидно, их видно, что их подгоняют, понимаете, эти цифры, это неправильно, это недопустимо ни при каких обстоятельствах. И дальше отношение к документообороту, допустим, да, то есть когда ты должен собрать все необходимые документы, все необходимые подписи, то есть, понимаете, бизнес, он требует очень четкого понимания, понимаете, то есть он, ну, это и действующая законодательная какая-то форма, понимаете? То есть документоведение, документооборот, то есть это все бизнес, понимаете? Когда на первой стадии вот, ты оцениваешь, вот, допустим, начинающего бизнесмена, то есть ты ведь его как раз и оцениваешь из того момента, насколько он умеет в этом отношении на предварительном этапе разбираться. И ты видишь эти проблемы. И зачастую, к сожалению, приходится отказывать вот такого рода бизнесменам, потому что, ну, к сожалению, их документы не соответствуют своему значению. Понимаете? То есть общая картинка, скажем так, дело неплохая, да, а концепцию не продумали до конца. Да, концепция действительно, то есть концепция сама по себе есть. Она вот как раз, а концепция это есть, и она действительно вот именно вот концепция это есть, она классная, понимаете, но бизнес-план, расчеты, а ведь это самое важное, понимаете, как ты завтра будешь работать, согласно этих расчетов, которые ты предоставляешь, ну, извините, ты уже несостоятелен, потому что мы корректируем эту работу, допустим, специалисты департамента экономики, которые имеют профильное образование, они очень внимательно, тщательно все это корректируют, смотрят, указывают на недостатки, но даже при этом я хочу сказать еще, что дается шанс предпринимателю повторно прийти, исправить эти ошибки, представляете, то есть исправить и прийти потом за получением этого гранта. А, к сожалению, люди, ну, как-то, я так понимаю, халатно к этому относятся и не исправляют эти ошибки. И на основании этого, к сожалению, потом мы не получаем грант. То есть не всегда пользуются шансами, да, которых не было раньше, к сожалению, да, то есть вот сегодня условия, правила игры в плане финансовой какой-то поддержки, они действительно, ну, стали намного лучше, намного лучше. Ну вот помимо поддержки предпринимателей, ведь существует и какая-то законодательная база, которая регулирует их деятельность, правильно я понимаю? Ну, конечно, без вот этой основы, я думаю, что, ну, ни одно дело, скажем, то есть ни одна форма вообще
как-то развиваться, наверное, не будет. То есть есть закон, который регламентирует все необходимые какие-то вот эти формы развития, скажем. Ну, вот представьте, давайте так вот разберем конкретный пример. Зачастую, к сожалению, то есть, да, идет вот такое вот одностороннее какое-то недовольство, допустим, действующей муниципальной властью, возьмем, да, то есть чиновниками, так называемыми. Допустим, очень много идет агрессивных каких-то высказываний, допустим, там, в архитектуру, там, в департамент экономики. Вот я бы мог сказать, наверное, смело, я зачастую, то есть на всех площадках, на всех каких-то официальных процессиях и неофициальных, допустим, в предпринимательском сообществе, когда мы встречаемся с администрацией, я всегда стараюсь высказывать свою точку зрения. То есть я не играю ни нашим, ни вашим. То есть у меня есть своя точка зрения. Понимаете, для меня это важно в априори. Но я приведу характерные примеры и открыто об этом говорю своим коллегам-предпринимателям, чиновникам в том числе, понимаете, как-то вот, ну, пытаюсь взаимодействовать эффективно. Но проблема в чем? Когда предприниматель начинает ругать, допустим, власть, да, там, вот она ничего не делает, там, да, вот эти гранты не нужны, как-то, ну как не нужны, то есть, но ведь есть люди, которым они помогли, понимаете, там много есть каких-то подводных камней проблемных, но с ними надо работать. Но вот конкретный пример: департамент экономики присылает регулярные какие-то так называемые обращения, то есть к предпринимательскому сообществу, ну, уверяю вас, это действительно происходит, чтобы мы внесли какие-то предложения по развитию, по изменению вот этой вот экономической какой-то обстановки, понимаете, какие-то вот общения пытается наладить с членами совета, которые входят вот в совет, у нас есть совет в городе, совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города. То есть членам совета приходят регулярно такого рода, скажем, предложения, ребята, вносите все. Но, к сожалению, понимаете, вот предпринимательского сообщества инициатив в той форме, в которой бы действительно это вот нужно было бы все, но не проходит. Ну нет инициатив, понимаете? То есть и потом идет вот какая-то вот непонятная как-то ситуация иногда. Вот у нас вот ругают власть. Это один пример. Другой пример, допустим, давайте возьмем насущную проблему. Я думаю, что все мы уже знаем. Часто слышим, когда у нас вот где-то в кулуарах особенно, скажем, да, и бывает даже где-то на каких-то там встречах с властью, у нас начинают ругать архитектуру. Понимаете? То есть архитектура такая сякая, плохая, коррупционная там и все. Ну, давайте посмотрим и на эту точку зрения с другой стороны. Значит, предприниматель начинает строительство объекта, понимаете, расширяясь в площадях, то есть захватывая чужую там земельную территорию, то есть, да, которая ему не принадлежит, значит, нарушает все необходимые требования по действующему градостроительному законодательству, понимаете, в процессе он считает, что он имеет право узаконить, допустим, да, свое строение, значит, и уже идет там в архитектуру после того, как он расстроился, и предъявляет какие-то претензии, недоволен, допустим, действием вот каких-то надзорных органов, там, архитектура в частности, как орган, который, по сути, как-то организовывает работу в этом направлении, который дает согласование, разрешение на строительство, все в таком духе. То есть, но потенциально этот предприниматель, он уже является нарушителем действующего законодательства. Какие меры должны применить к нему сегодня муниципальные власти? Вот скажите мне. То есть, ну, конечно, согласно букве закона, прикрыть, как-то воздействовать, да, по сути, именно вот законным путем приостановить в той или иной форме деятельность вот не то, что этого предпринимателя, а вот того беззакония, которое он совершил. Понимаете, вот палка вот достаточно такая, своеобразная. То есть, я ведь правильно понимаю, даже не закрывают полностью, то есть приостанавливают на время устранения этих нарушений, вы правильно? Знаете, закон там очень суров на самом деле, вплоть до через суд, конечно, то есть разобрать строение. Понимаете, это какие колоссальные затраты. То есть имеют даже на это право. То есть если вы посмотрите сейчас, что происходит в больших городах, несмотря на имена громкие, предпринимательские, то есть принимаются такие решения о разборе, скажем, вот такого рода строительства.
Украине, хотя они могут быть там очень красивыми, понимаете, но при этом, при всем не соблюдены нормы действующего законодательства. Потому что что это такое? Да вот, допустим, давайте разберем. Мы видим наш город, как он у нас сложен. Где-то он красив, а где-то на него страшно смотреть. Почему? Потому что на сегодняшнем этапе вот такие самовольные строения, они на первый взгляд вроде неплохо вроде как-то выглядят. Но, извините меня, они не вписываются в тот ландшафт, и под них не создается соответствующая инфраструктура. Основная проблема что? Стоянки, коммуникации, понимаете? То есть построили какой-то торговый центр, а где там стать? А пешеходные зоны, понимаете? И что делать архитектуре? То есть она пытается помочь, допустим, вот предпринимательству, то есть где-то содействует, созидает в каком-то смысле, указывает на недостатки, которые мы должны их устранить, для того, чтобы все-таки вот это все заработало, понимаете, чтобы было всем комфортно, пешеходам, автолюбителям, которые, понимаете, это ведь достаточно серьезная работа. Но зачастую предприниматели видят свои интересы, вот видите, какая актуальная правда, то есть слышать от меня, от предпринимателя, такого рода проблемы. Я не защищаю действующую там нашу власть в том или ином смысле. Но я говорю о насущных проблемах, которые тоже существуют. Понимаете, вот как-то так. А вот люди, которые избегают каких-то изначальных оформлений документов, да, нужных, они ими что движет? В смысле, они не хотят их заполнять, потому что их много? Или есть какая-то другая причина? Если вы помните, как было сказано, незнание закона не освобождает от ответственности. То есть, на мой взгляд, это безответственная позиция. То есть, быть предпринимателем и быть законопослушным гражданином – это уже ответственность, понимаете? Быть гражданином – это ответственность, понимаете? И мы должны в рамках этой ответственности все-таки находиться. Понимаете, есть правила, которые обязывают делать то-то, то-то, то-то. То есть нарушать эти правила, я считаю, недопустимо никому. Понимаете, мало того скажу, что на что идет, допустим, ну если все-таки вот немножко эту тему вот так вот мы затронули, она очень актуальная. Значит, я могу сказать одно, что зачастую администрация города, то есть архитектура, то есть ну, непосредственно администрация города идет на то, чтобы отойти от каких-то норм в градостроительном законодательстве на то, чтобы действительно как-то вот помочь бизнесу. То есть есть такие понятия, как публичные слушания, значит, отклонение от предельных норм застройки. И если мы видим перспективу на самом деле, видим возможность, то есть указывая на какие-то вот такого рода нюансы, что они где-то будут устранены там в том или ином, в той или иной форме, то есть идут они на это. То есть есть законные пути для того, чтобы разрешать какие-то проблемы. Понимаете, поэтому я считаю, что нужно всегда ну, до последнего отстаивать какую-то точку зрения, там, профессиональность какую-то, подчеркивать свою, дипломатичность в то же время в общении. То есть нельзя, я считаю, недопустимо и не нужно во всеуслышание там, кричать о том, что все плохие, там, все как-то плохо. И, на мой взгляд, все достаточно не совсем так плохо, как оно кажется. Ну, мы тогда продолжаем говорить о контроле предпринимателей. Да? Вот на законодательном уровне ведь много внесено поправок в разные законы, касающиеся деятельности предпринимателей. Какие из последних были наиболее резонансными, какие сильнее всего отразились на деятельности вот местных предпринимателей? Вы знаете, ну, на самом деле, наверное, тут, ну, вот опять же таки, последние законы, последние поправки, проверки. Давайте вот возьмем так. Вот я всегда категорично был против, вот не поверите, да, то есть, опять же таки, вот я был против. Кстати, я предприниматель и был против того, чтобы на предприятиях торговли и общественного питания отменили проверки. А какие проверки? Раз в три года Роспотребнадзор, в частности, допустим, да, если взять, то есть вот именно предприятия торговли и общественного питания, то есть раз в три года теперь нас не имеет права никто проверять. Понимаете, то есть, ну, вы представьте, к чему это все привело. То есть мы уже знаем резонансные случаи, допустим, да, там соответствующие, когда людей травят. Понимаете, то есть вот такого рода несознательные так называемые предприниматели, а зачастую они даже предпринимателями не являются. То есть, понимаете, сегодня работает метод уведомления. То есть тебе не нужно практически, ты открыл предпринимательство,
провести. Ты уведомил, что ты работаешь, и ты работаешь. И тебя 3 года никто не проверяет. То есть на тот случай, если вдруг будет жалоба. Но, к сожалению, и граждане тоже где-то не всегда сознательные, понимаете, где-то умолчат, где-то не скажут, понимаете. То есть это серьезная проблема, когда идут массовые отравления из-за того, что как раз вот, ну, знаете, предприятие торговли – это очень специфичная область. Там ведь это дело действительно с продуктами. И что человек съел, он может просто умереть, извините меня. Это очень опасно. Вот поэтому я считаю, что данного рода какие-то вот законотворческие инициативы, которые вроде направлены на послабление, допустим, вот, в развитии вот бизнеса в части контроля, то есть тут они как раз должны все-таки присутствовать, понимаете? То есть нельзя пускать на самотек. Вот мое мнение вот такое. То есть я о нем открыто говорю. Если говорить о других каких-то законотворческих инициативах, они разные, они очень разносторонние, понимаете? Кому-то что-то может нравиться, кому-то что-то не нравится, понимаете? Поэтому, ну, в любом случае должна быть все-таки в первую очередь сознательность самого предпринимателя, понимаете, в ведении бизнеса. Законов очень много на самом деле. Где-то они действительно актуальны, правильно организованы, а где-то они очень несостоятельные, понимаете? И я вот зачастую, вот всегда вот мы с органами самоуправления говорим об этом, я высказываю свою точку зрения как предприниматель, который развился и сформировался как личность в этом городе, понимаете, о том, что совместными усилиями, то есть мы, то есть предпринимательское сообщество, граждане, понимаете, то есть нашего города в частности, через наших представителей законотворческих каких-то вот органах власти, то есть в Думе на нашем местном муниципальном уровне, в Думе на областном, на окружном, на федеральном уровне, понимаете, то есть действительно что-то менять, выходить с инициативами, если нас что-то не устраивает, какой-то законодательный акт там, или что-то еще, закон сам по себе, понимаете, значит, нужно его где-то менять. Желательно на первом этапе уже, конечно, его отрабатывать, понимаете, мне как-то вот этот вот, какие-то изменения уже чувствовать, видеть, понимать, какие проблемы вот этот акт законодательный может привести. Ну, вот это моя позиция в этом. Ну, вот к слову о проблемах. С какими проблемами чаще всего сталкивается местный бизнес? Вы знаете, сегодня, наверное, становится очень, ну, к сожалению, актуальным такой недобросовестный, скажем так, понятие, наверное, недобросовестный предприниматель, который в силу того, что сегодня мир современных, опять же, таки технологий позволяет очень так, как активно развивать бизнес, да, так и активно воздействовать на бизнес. То есть и воздействие может быть как положительное, то есть, да, так же, как и негативное. Значит, и что, допустим, сегодня может произойти? То есть может произойти через средства массовой информации, через какие-то социальные сети, мы можем как возвысить там любого, скажем, любое предприятие, любого человека, предпринимателя в априори, или также стоптать его абсолютно вот в грязь, извините меня. То есть, поэтому на сегодняшнем этапе вот проблемы, вот они актуальны, то есть недобросовестность определенных каких-то конкурентов, допустим, да, то есть правила игры, к сожалению, вот такие, что многие используют какие-то грязные, скажем, методы, понимаете, мне клевету, вот, ну, такую вот грязь, понимаете, которая абсолютно не подкрепляется ничем, понимаете? А эта проблема, она была всегда или вот она появилась, скажем так, с появлением вот социальных сетей тех же самых? Да, больше, наверное, все-таки, ну, она была в той или иной форме и раньше, конечно, но она не настолько была актуальна, понимаете? То есть, вы знаете, наши северные города, мы всегда были сплоченными. То есть мы всегда, вот северные люди, да, граждане, вот жители края, севера, северных городов, то есть они всегда были сплоченные. Они всегда готовы были помогать друг другу. То есть мы не были заточены на вот эту ложь, вот эту вот грязь, которую, понимаете, мы всегда как-то честно старались развиваться. У нас с ним, у нас правила игры были, мы все дружили, предприниматели, мы все дружили друг другу. У нас не было такой агрессивной, вот этой так называемой конкуренции, агрессивной такой злой конкуренции. Понимаете, мы были все друзья. Но, к сожалению, в последнее время
правила игры очень поменялись. То есть на рынок пришли другие люди с других городов, понимаете, и они уже мыслят совершенно иначе. Вот они мыслят, к сожалению, то есть вот этой вот так называемой недобросовестной конкуренцией. Понимаете, то, что, я не знаю, знаете вы, не знаете, допустим, вот некоторые последние события, когда, допустим, меня некая какая-то сеть там есть, там какой-то нетипичный там город или что-то такое там есть, значит, там активно, значит, полоскали, допустим, вот этой вот грязью, допустим, меня как предпринимателя, понимаете? То есть, поэтому, ну, те какие-то доводы иногда, которые приводят вот, ну, вот эти люди, которые работают под некими анонимными фейками, то есть их не видно, их непонятно, знаете, говорят какую-то вот грязь о человеке, в частности, там обо мне, о моих близких, понимаете, о моем предприятии, которое 20 лет работает на рынке. Я 20 лет являюсь руководителем такого интересного предприятия, как вот «Мечта». В какой-то степени, конечно, мне обидно за то, что это происходит, потому что я даю себя как человека в развитии этому городу. Понимаете, то есть я никуда не уехал, понимаете, я развивался здесь как личность, понимаете, как предприниматель. Я думаю, что мне это удалось. И когда ты слышишь вот эту грязь, которую там говорят про тебя, там, знаете, конечно, становится неприятным. Но обращать на это внимание не приходится. Я всем рекомендую, слушайте, но если уже на самом деле есть какая-то проблема, и если некий предприниматель, будь то это я или любой другой человек, нарушил закон, ребята, извините, но есть компетентные органы, обращайтесь туда, или вы уже всех под одну гребенку там, как говорится, затянули, занесли как-то так. Поэтому я считаю, что в этом отношении, конечно, надо как-то реагировать на такого рода вот, инциденты, прецеденты, вот, на недобросовестную, на так называемую вот эту конкуренцию, понимаете, какие-то политические заказы, так называемые. Понимаете, как это делать? Вот, наверное, сообщество мы уже в каком-то смысле будем как-то принимать какие-то меры, какие-то видения, будем советоваться, высказываться, потому что как-то менять ситуацию нужно. Понимаете? Ну, вот тогда будет такой завершающий вопрос, скорее полезный для тех, кто, может быть, только хочет прийти в бизнес, да, или, может быть, кто-то только начал его вести. Что посоветуете, что пожелаете? Вы знаете, вот предприимчивости побольше, и не надо ничего бояться. Понимаете, вот действительно, встречаясь со многими предпринимателями, начинающими, вот сейчас у нас скоро будет форум, съезд в округе, в столице, в Салехарде, значит, молодежного предпринимательства. Я знаю многих этих ребят, вот такие ребята. То есть, знаете, мы с ними попытались, ну, так называемые мастодонты, в кавычках, не в кавычках, пафосно, не пафосно, ну, как-то так, ребята, которые вот мы сформировались уже как предприниматели, да? Значит, нас приглашали на встречу с молодыми предпринимателями, и мы вроде поначалу как-то их начали как-то пугать, стращать, что вот это, вот так, это все, да вы что, вы не понимаете, как-то в этом духе. То вот я смотрю на них, то есть, ну, отчасти, допустим, я это делал с какой-то провокацией, то есть испугается или не испугается. И многие ребята, они наоборот, так даже как-то так по-доброму, но с доброй агрессивностью такой, восприняли, ну, это, я говорю, ребята, молодцы, не пугайтесь, это классно. На самом деле, то, что вы сейчас хотите сделать, вы молодцы, развивайтесь, не бойтесь, не смотрите ни на какие трудности. Да, их будет много, их надо преодолевать, но это интересная жизнь, понимаете? То есть вы творцы завтрашнего будущего, понимаете? Именно вы. Сегодня чуть-чуть мы, а завтра вы будете, понимаете, на наших местах еще лучше, понимаете, выглядеть, чем мы сегодня. Нам было тяжело, понимаете, нашим родителям было тяжело, понимаете, как-то так. Вы сегодня продолжаете это дело, поэтому я могу им сказать, не надо ничего бояться, только вперед. Вот так. Алексей Владиславович, ну, вы как сказали, трудности всегда будут, да? Я надеюсь, что все-таки трудностей будет поменьше, все будет хорошо, в том числе и на вашем предприятии. Вот тогда я желаю вам всего только самого хорошего. Спасибо, вам спасибо большое за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо, Ян, спасибо большое. А я напоминаю, на студии сегодня на вопросы отвечал индивидуальный предприниматель Алексей Айвазян. До свидания.